гражданин. Эти места специально для детей и инвалидов. Она что, дети или инвалиды, а? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Беременной не уступили место в автобусе. А потом еще и нахамили. Что вы ерунду говорите? Представьте, что вы сидите напротив и все это видите. Как поступить в этой ситуации? Промолчать? Или может вот так? Простите. А? Закон есть закон. Пожалуйста, садитесь. Большое спасибо. Но, увы, героев не так часто встретишь, поэтому надеяться на кого-то не приходится. С одной стороны, каждый христианин призван подставить другую щеку. То есть, когда тебя обижают, нужно смириться и промолчать. С другой стороны, женщина рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем своего ребенка. И поэтому нельзя просто промолчать и остаться в стороне. Конечно, с хулиганами-пьяницами не стоит вступать в диспут про свои права и его обязанности. Но с обычным нормальным человеком, я думаю, поговорить стоит. И тогда я уверен, что в следующий раз другой беременной женщине не придется просить, чтобы ей уступили место. Ну, а если не поможет, можно прибегнуть к женской хитрости.